А на сцене Самарской филармонии выступил один из самых выдающихся пианистов современности Денис Мацуев. В Самару он приехал из Москвы, где накануне простился с искусствоведом Святославом Белзой. Все свои концерты народный артист России посвятил своему близкому другу. В том, что и классика, и дружба вечны, убедились мои коллеги. Самара встречает Дениса Мацуева не впервые, но каждый раз к артисту возникают новые вопросы. После грандиозного выступления на закрытии Олимпиады музыкант строит планы на чемпионат мира по футболу. Не за горами чемпионат мира по футболу, еще даже, может быть, более грандиозное, потому что это будет в нескольких городах, в том числе и в Самаре же будет здесь тоже, да? Вот поэтому это очень здорово и надеюсь, что культурная программа этого чемпионата мира тоже не обойдет классическую музыку. Ударом для культурной жизни России стала утрата искусствоведа Святослава Белзы, с которым Дениса Мацуева связывали 23 года творческой и человеческой дружбы. Вообще, конечно, слов не находятся в такие моменты. Безусловно, сегодняшний концерт будет памяти моего дорогого друга. В зале филармонии нет свободных мест. Настолько близка классическая музыка самарскому слушателю. Невероятный музыкант от Бога просто. Он, не знаю, у меня дикий восторг вызывает его игра. Я еще и до Олимпийских игр о нем знал, то есть немного вот как-то слушал. Решил вживую, да, в первый раз прийти. Он излучает такую человечность, что это придает его исполнению необыкновенную искренность. Для своих поклонников Денис Мацуев исполнил произведения Йозефа Гайдна, Роберта Шумана и Сергея Рахманинова. Следующий концерт пройдет в Америке. Плотный график артиста расписан на несколько лет вперед. В 2015 году самарцы, возможно, вновь услышат виртуозную игру Дениса Мацуева на праздновании 75-летия филармонии. Анастасия Шамшурина, Олег Галочкин, СТВ.